Оптический прицел Leupold VX3i с параметрами 1.75/6x32. Интернет-магазин «Попади в десятку». Окрашенный в черный цвет корпус прицела, сделанный из алюминиевого сплава, весит 305 граммов и имеет длину в 385 мм. На винтовке он ставится через стандартные переходные кольца с диаметром 25,4 мм. В комплекте они не идут. Обе линзы здесь защищены резиновыми крышками, которые удерживаются на резинке. Корпус прицела герметичен, а внутрь закачан инертный газ. Около входной линзы находится кольцо для регулировки диоптрий. Оно позволяет не использовать очки для коррекции зрения, если стрелок такие использует. С помощью другого кольца можно настраивать кратность прицела. В этой модели она варьируется от 1,75 до 6 крат. Диаметр выходной линзы составляет 32 мм, и прицел получается довольно компактным. Из-за наполнения инертным газом линзы этой модели не запотеют и не покроются конденсатом изнутри. Прицельная сетка здесь настраивается по горизонтали и вертикали с помощью двух барабанов, защищенных крышками. Шаг настройки составляет 1/4 угловой минуты, а в качестве прицельной сетки используется дуплекс. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.